Ура! Ура! На открытии нового медцентра присутствовало множество гостей, в том числе и руководителей из Москвы. Торжественная обстановка неспроста, ведь расширение медицинского центра-санатория значимо для всего города. Уже долгие годы жители и гости курорта обращаются к врачам знания, привлекает их профессионализм врачей и сервис. В свою очередь, руководство санатория старается сделать все, чтобы их пациенты всегда оставались довольными и, конечно же, здоровыми. Для санатория это дополнительный плюс с точки зрения привлечения гостей из разных уголков нашей страны, чтобы жители Тюмени, Урала, Поволжья, северо-западного региона могли приехать к нам, получить качественные медицинские услуги, привести свое здоровье в порядок, зарядиться той энергией, здоровьем, с которым они потом, вернувшись в свой регион, хорошо проведут достаточно большой период времени до следующей поездки в Сочи. К уже имеющимся кабинетам медцентра прибавилось еще 15, что позволило значительно расширить перечень и качество услуг. Поднимает уровень медицинского сопровождения и новейшее оборудование и высококлассные врачи со всей России. Модернизацию оценили и сами сотрудники санатория. Здесь очень уютно, комфортно, красиво, все выложено плиточкой. То есть больным будет приятно сюда зайти. Потом нам давно было пора расшириться. У нас появятся новые специалисты в хороших, уютных кабинетах. Мне очень приятно. И сейчас, в общем-то, больные с удовольствием едут к нам. И я думаю, что после того, как у нас появятся такие новые кабинеты, усовершенствованные, больным будет нравиться еще больше. Уже скоро в санатории знаний появится и новая современная клиническая лаборатория, которая выведет медицинскую базу здравницы на новый уровень. Порадуют посетителей постоянные выгодные акции, которые предлагает санаторий знания. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.